А у меня не будет второго зуба. У тебя второго зуба не будет, у тебя уже есть. Ой, у нас... А, я думала, нас трое. Не увидела. Видишь, блядь, до чего дошли, что уже зубы убирают. Настолько обнищали люди, что зубы забирают. У меня есть уже один зубик ее. Я хочу клык. Видишь, соберет коллекцию. Клык хочу ее. И будет толкать всем налево. А я собирала. А ты сделай, сделай проще. Проще сделай. Смотри, вот у нее зубы выпадают, и потом это идешь, маленькое сверло берешь, просверливаешь, делаешь ниточку, ёпта. Шо, и на поводок ей. Ты что, изверг, что ли, какой-то? Глеб, твои сам жестокие выпадет. Методы не подходят. Зато это... Они очень зато жестокие. Это ее... Не-не, я говорю, когда... Когда выпадут, я ж не говорю сразу вот оторви и сделай. Это звучало именно так. Формулировка хромает, но суть понятна. Суть ужасная. Где снайперка? Кто-нибудь, давайте бегом снайперку оформить. Ну на Артеме можно проверить, чтобы дверь выбить. А вот с ноги там, не, да, дверь там просто. Андрей, слушай. Слушай, мне интересно, а ты если выйдешь на трассу, ты сможешь КамАЗ вот так же рукой остановить? А? У меня нету таблички, вот это. Как мяч отбиваешь от меня? А я, короче, Глеб. А там знаешь, и не что? Надо, мы тебя оденем. Я в воскресенье гуляла с собакой по этой, гуляла около дороги с Луной, а около меня КамАЗ проезжает и по луже хуярит, и я весь мокрый с Луной. Покупались. Просто гандон ебаный. Тогда это грязевые ванны уже. А, да, блин. Блин, на КамАЗе вообще по барабану. Чё, блин, вот дебил, видно, что ли, объезжать? Поебать. Да. Я бы тоже б не объехал. Ты чё, ебанули что ли? Не видит, блядь, девочка идет с собакой, которая боится подвезли машин. Автостопом. Все объезжают, там, останавливают. А он на большой скорости хуярит по луже. Тяжелая вот эта хуйня. У них задача. Не, ну ты просто не, понимаешь, что это такое. Быть дальнобойщиком. Не когда ты маленький понимать. На велосипеде катаешься, перед тобой лужа, тебе в нее нельзя. А когда ты на машине, ты уже большой, тебе по барабану. Ну да, а на меня тоже похуй. Вот зарубе. Я потом целый день ходил грязный. Чё? Не, я, конечно, зашла, помылся, да. Умылся. Оу. Оп. Совсем опух, нахер. Оп, оп, оп. А, блин, я думал, тут кто-то еще стреляет. Это Андрей стреляет. Так, что у нас? В красном ящике. Сука. Ничего особенного, ракет нету. Блин. А, как это было наиграно. На тебя вахтёры идти. Вахтёры? На СТС какой-нибудь там. Вахтёры. В порядке будешь херачить. В такой поганый проект, что прям вообще капец. И... припарковалась, ебали? Ой, видели? Вообще... Где ты ЗРГ видел? Там, потом ты... Вот там сейчас. Она как раз в правой стороне. Вот там, в самом углу. Вот там, в самом углу, в ящике зеленом. Я в ящике сидела. Я показываю Глебу. Вон там, в зеленом ящике. Правду сказал. А я сегодня и чихнула, и кашлянула одновременно. Было больно. Поздравляю. Я так не умею. Спасибо. Достижение. Я умею только одно из двух делать. Ну или по очереди. А я вот умею и кашлянуть, и чихнуть. Завидую. Учитесь. Нет, это больно. Горло болит.
Ты хочешь, чтобы я научился тому, что мне больно делает? Ну да. Езжай, дура! Что такое? Да там около меня машина ездила, я на пассажирское сиденье села с спорткара, чтобы не привлекать внимание. Они прям около на мне останавливаются, прям на меня заехали, я под ними проезжаю, уезжаю. Вот так вот. Ну так вот, значит. Мух на миллион. Я знаю, я объяснять не умею. Не, я понял. Я это видел со стороны. Наебало. Я со стороны видел там примерно, что происходит. Я туда ставил ракеты. Два снайпера у нас. Да-да. Вот и с минус один уже. Минус второй. Ой, минус второй. Блин, я не хотела вас поднимать, ладно. Не хочу сгущать, но там уже идут, можешь убегать. Он летает еще. Знаешь, как делаем? Давай, поехали. Бежим! Я того же мнения, поэтому надо ехать отсюда. Угу. Причем... Ай, лагает, выходи. Надо было меня за руль сажать. Мы бы раньше врезались. Как он меня увидел, мне интересно. Что-то он и быстро. Как человек. Да не, там такая проблема. Как бы ты не хотел бы против УТС играть, тебя либо быстро, либо очень быстро. Ой, блин. Я пойду искать машину. Свет, там еще не... Бля, все, засекли меня, все пизда. Иди сюда, иди. Хер ебать. Не умирай. Оно того не стоит. А где биби? О! Слева. Ой, еще в меня херачат. Слева, я сказал. О, там есть. Где я урон, пошла там, блядь? Где куда регистрация будет? Пропала, сука? Ай, бля. Маньяк урод. Молодцы, сейчас я тоже лягу рядом с вами. Сейчас, секунду. Минутку, подождите, я тоже сейчас пролягу к вам. Я еду уже. В братскую могилу. Нормально. Я походу понял, где этот ХС делись, Глеб. Они ОТС стали. Потому что я смотрю, курсат есть. А он был в ХС. Я сомневаюсь, что он не пишет. Вертолетик. На. Не. Ну, были, да. Но там дело такое. Моя школа. Какая? Вот ты открыл свою школу. Вот так вот. Для слепых. Вот так вот. Для дебилов. Спасать для умственно отсталых. А тебе не говорили, да, что рядом с нашей шарагой там через дорогу школа очень одаренная. Как раз ученица. Спасибо. Спасибо. Меня так еще не унижали. Так меня. Это что, ученица превзошла учителя из школы напротив рядом с шарагой, да? Ты начинаешь его обсирать. Там проблематично, очень. На это не стоит обижаться. Надо ехать, надо срочно ехать. Я сказал. Бежим! Все под контролем. Водитель профессионал своего дела. Ты бишь. Я же говорю, моя школа. Вызывай его. Моя школа. Ух, нихуя. Трип какой сделал, а? Ну, да. Перевернулась бы еще. Прям я постепенно... Чё, Андрей, летим на свои эти, берем снайперки и херачим в них. Если получается. Два снайпера от бога. Сдохли самые первые.
Ну, не самые первые, конечно. Не надо тут. Первый голубой. Ну, два снайпера вместе сдохло, так что сразу. Вместе. Первые. А как это вы позже сдохли? Если за ручку. Вы были вдвоем на горе, а я бежал к вам. И вы уже сдохли. А я хотела вас просто сбить, но пришлось поднять. Ой, придется самонаводяжку брать. Я громилу нашла. Не хочется. Ну, я уже уехал давно. Прилетел. Действительно, нахуй это что я приехал? Я тебя позбиваю все заборы. Спасибо. Чтоб я не смог... Экраны, заборы, вся херня. Маньяк. Все, что сбивается, то и собьем. Давай... А, блин, ну все за зоны. Все за зоны. Во, прикольно, на своих, сука, теперь не наводится. Ну так. Молодцы. Давай. О! Оп. О, туда очень я выгодный. Смотри. Я смотри, не я то. Где. Вот о, фига ты. Вот это да, ты. Это я. Спайдер-бум. Сейчас, погоди, стой, пересядь. Она сама упадет. Так. Еще ты раз. Дебил. Еще раз за руль. Не упадет. Еще раз за руль. Назад, вперед. Ну, вертолет дымится, летает. Блин, да на да, вертушка, ты не колеску. Хочешь пострелять? Ой, еще один. Я хочу на ту бибику. Она упала уже. Поздно. Кто упал? Нет, самооценка давно упала. Надо там, кстати, на гору упал чувак. Это ну подними это... мою машину, убери. На, сука. О, спасибо. Все-таки. Спасибо, дорогой, спасибо. Чтоб тебя КамАЗ переехал. Угу. Так. Тебе тяжелых скинуть, нет? Или ты уже взял? У меня есть чуть-чуть. Давай розовую возьму. Я не с тобой разговариваю. Кинуть. Спасибо. Ты ему нахер не пытался. Смотри, мы тут и закончимся с тобой. Нет. Мама! Мам! А у нее клык еще один выпадает. Впереди есть. Так я пыталась. Да он там держится вообще, он уже не стоит, он лежит двойка. У него. Вот, но я боюсь ей больно сделать. Во. Тройка там. Поэтому... Ну, да, тройка. Ну, я впереди да она... попробую. Там на ботов похоже. А, да, там да. Ботинки мои! Ты... Убивай их быстрее, спасибо. Пока я не начну следовать. Ой-ой, бищи. Стоп, спасибо. Ты, блин. Дэн, я с тобой больше не дружу. Ты кому говоришь? О, к вам идет уже один, смотри. Вон, катит к вам, катит на сноуборде, прям. Да, маньяк. Спасибо, где мы? Спасибо. Я ему больше чуть-чуть брони сняла. Не знаю, я добил его. Спасибо. Ну. У него DLQ легендар мифическая. Бегом все снайпера. Мифическая DLQ. Пошел нахер, у меня Арктика. Я бегу. Во. Бегу. Сейчас. Вообще по барабану. Да, он у меня наверху. Тихо. Он у меня наверху. Влад, а вы украинец? Да. Ну это понятно. Где он? Речи. Он наверху. А, наверху. Внизу. А, их там двое. Их там трое. Так. Где кто стреляет? Мне пиздец. А, да блин, стой. Блин. Тихо. Ой, я одного подбил. Внутри. Да, блин. Он у тебя был, оказывается. Я пополз отсюда.
Ну мы и попали. Один там. Я не видела, как он вообще появился. Я одного убила. И... Смотри, он у меня отсохни. На крыше появился. А, блин, отползаем. Мы уже затыхаем. Оп. То пошел нахер так летать. Еще немного, я не сдержусь. Сука. Ну он вообще на прям... На что надеялся? Ну я не видел его. Я его не видел. Я ударю тебя из друзей. Я выкину твой телефон. Да откуда, сука? Этот успел полететь все-таки. Я не буду маски. Ты чё стоишь просто так? Где урон, блядь? Где урон? Какой ты меткий. Какой ты, сука, меткий. 4 патрона. Жах, во. А, это не ты. У тебя укалипил. Ну, сейчас к тебе придут. Тебя придут сейчас. Ну, это не исключено, я знаю. Уже летит. Нет, нет, нет. Нет, сука. Еще одна, блин, еще один нет. Да тут как нет, да. Да-да. Да, блядь. Да раз. Блин. Кто? Да там, Артфейн отошел, я говорю, ссыкло. В туалет. Засался. Так. Сейчас. Ладно. Строй площадку. Андрей. Fire range. А, то есть ты вчера вступил в клан, получается? Ну, не вчера, а сегодня. А мы тоже сегодня? Понятно. А не ну, я с Максом, типа, с Максом познакомился вчера. Ну, позавчера с Максом познакомился. Вчера каталась с Олесей. Типа, пару каток. Честно, это не понимаю, о ком ты говоришь. Я знаю только, что Макс это глава клана. Олеся. Я знаю только Ашис. Я знаю только Ашис. С Асей катал. Это кто? Это только моя любимая Ашис. Ася. Ну, Ася. Она мне как мама. Я потом пойму, кто это. О, сыкло вернулось. Ну, вчера... Сходил в туалет. Короче. Пись. Может, еще пописаешь? Глеб, можешь отойти, мы тут одни. Ладно, к нам еще бот летит. Ты ну, уже все, что не... надо, сделал? Быстро сделай. Уйди, околок, замри. Умри. Я за зеленым вообще шел, я за ботом не шел. Иди, замри. Погоди, а как да, ты конечно, замри, а то тебе видео не прислали, да? Это у тебя? Ой, кто это? Где, что? Не знаю. Кто? А вы бота убили этого, что бежал тут? Да. Неправда, что я вижу еще ботинка. Двоих. Это мои, наверное, ботинки. Все, что ты видишь, обман. Это неправда. Это все иллюзия. Иллюзия обмана. Ну да, типа того, типа этого, все дела, короче. Вот, я не знаю, тебе нужно вот это? Перки нужны. Так, мне надо снайперка. Снайперка. Давай я оторваться от того, выкинула. Поиграем на одноразовой снайперке. Давай. А, вот кто стрелял, а я и думаю, что за... СМРСС. Дай, пожалуйста. Нам нужен СМРСС. Дай, пожалуйста, ракеты. Какие ракеты? Ну, которые у тебя есть. Дай, пожалуйста. У меня есть ракеты? Ну, поищи там в карманах, поройся. О, Лун!
Не тявкай. Она показывает тявка, свой голос. Негодует. У-у-у. Луна, иди ко мне. Иди сюда. Это кто? Это собака. Это собака. Пёс-кот. Это пёс. Это пёс, да. Единственный малыш. Пёс. Стой. Я не посмотрел ещё. Стой, открой пасть. Зуб на месте? На месте. Сейчас прикол, на его назад языком. Потом... Я тебе потом выдерну его. Это чтобы руки в пасть не совал. Пассатижи есть где-нибудь там. Ой, ну это ты уже предлагаешь зверство. Изверги, боже мой. Не, я просто вспоминаю по один фильм со стоматологом, там он... Помнишь, как тебе вырывали зубы? Да, обычными нельзя было, ему надо было прям этот арматуру взять так, ставить, чтоб хоть по чуть-чуть его вынесло. То... Чтоб не брыкался. Бабах. Есть мотик здесь. Зеленый. Это Green Box. Green Box. Наша остановка. Никого рядом нету. Ой-ой-ой. Ну там снова Иван Сер. Авария. Попытка номер два. У меня голова так закружится, задавление. Давление подскочит, ужас, блин. Ужас, блин, с давлением, блин. Ужас. Так, давай, ужас. Давай, давай. Мы должны быстрее взять, быстрее взять, быстрее взять, давай. Ужас. Забудь. Нормально, а где потерял. Дроп? У меня пропал дай, дроп. Дай ракету хотя бы. Где? Дай ракету хотя бы. Дай ракету. Где? Пожалуйста. Подожди, где? Чего? А, я вот. Не брала ракеты. Как это? Не брала ракеты? Не брала ракеты. Дайте ракеты, пожалуйста. У кого ракеты есть? Я ни у кого. У меня нету ракеты. Я, бать, оу. Ты взбил нахуй. Это кегли. Не, дайте ракеты, пожалуйста. Да нет, у меня так, ракет. Поехали искать розовый. Блин, я ты успел. Не брала там... их. Я думал, ты и дальность забрала, и то забрала, все. Дальность? Вроде пиздила. Я забрала. О, Максик, мы сюда зря едем, да? Стой. Не так да, же, да, да, или, это конь, давай. Левее курс, или правее курс. Вертушка. Отсюда за уходим. За нами вертолет. За нами вертолет. Вертолет. Да еще и тачка. Ай! Все, короче, МГБ вот там. А почему? Давай на тот газовый. За... Почему не наводится? Вот за нами вертушка. Почему не наводится? А, нет, на эту тачку наводится. Во, наводится. Да не, она уже отсосалась от нас. Нет, на нас. А не, она сюда прям. Давай, догоняем их. Я верю. Таю. Мы доедем. Я верю. Или за нами гонится. Тогда на а у тебя там нитро нету случаем, что там резко такая жух. Обмен. Как в такси? Да, как в такси там. Аль Пачино, на. Бля. Какой придурок за рулем. Давай, мы должны там быть первые нахер должны быть. Уже нет, уже не первые. Стреляться с ними опасно. Еще эта херня летает. Ой. У меня звук пропал, я не слышу. Вообще ничего не слышу. Там пиздец, что творится. Где он? Блин, я не убегай. Так. Оп, попался. Бежал. Да что ж такое? Там есть так, один. Так, давай. Вот это погоня. На дроп. Погоня, я защищу. Погоня. Нет, блин, я не защитил. Да, а, нет, защитил. Ха. Сука, вот это погоня. Ублюдок. Ну все, Габелла, сейчас он у нас будет пидурейшн, дыр. Блин, там еще одна. Где-то. Да, а там еще тачка вон сзади едет. Блин.
Тихо. Тип у нас тип. По этой хуйне не планируешь? Да я планирую все мельтешить. Три тачки. Все мельтешить. Оу. Все, он вышел. Давай, просто давай, аккуратно, мельтешит. Аккуратно, я, сразу. Я тебя когда-нибудь посажу и попробуешь так же. Не, серьезно, все мельтешит. Давай, на выход сразу. Да ёпта! Я успела сесть в машину. Я только за хи... Только я за это, блядь. А, ну все. Нам габела. Ясер су. Сейчас. Как ясер хер, о, блядь. Даже спасла. А, не все. Засейвил. А там еще. У меня брони нету, чтобы его перестрелять. Бэткиллер. Я прикрываю, уходите. Мы уже отошли. Уходим, уползаю. Аккуратно, не мешайте человеку. Все завалили ебало. У него мы уходим. Файт. Я не могу завалить. Я ебал, главное свалить, остальное не важно. Лечись. Юзай Фильсер, что-нибудь, улетай, юзай и проваливай как можно дальше. Да, за мне вертолет, бля. А вон летающая херня у тебя есть. Вон, справа у тебя летающая хероборина есть справа. Или она сдохла? Ну, сдохла. Там, блин, в принципе, просто, ничего, знаешь, больше нету. Просто мы, знаешь, мы в одну сторону. Ой, ну все, ебай. Мы сменяемся с ним этой. А с учетом того, что там разная рельефность, я не успеваю даже увидеть хотя бы. Не то, что навестись, я не успеваю увидеть. Ну, Андрей, это твои слова. Тогда, когда я остался один, за мной пришли, сейчас небось и за тобой. Но ты не, ну ты не отдашься, потому что ты потом Карлсона. На взлет и гандоним. Что их там много, блядь. Найди тачку. А ты представь, что это боты. Не, это не боты. Представить сложно слово. Боты, которые на тачке. Ну что, в PUBG есть режим зомби, блин, где зомби на тачке гоняют? Я, кстати, ну, да, играла есть. В режим зомби на, в PUBG. Такая херня. Я там сусь. Там страшно. Я очень сильно охерел, когда я наверху на доме сижу, и бот это зомби передо мной залазит. Нас зомби с подругой, короче, зажали в этих... В этажах, блин. И там... И все. И мы сдохли так. Но не буду там сидеть ждать, они не уйдут. Это твари такие... Мы уже столько таких видели. У-ху-ху-ху-ху-ху. Как у этого персонажа волосы в дефлектор не попадают с этого класса на полную, а? Когда взлетает, что там не полыхает вообще никак? О, а ты отправлял видео Глебу, которое я тебе скидывала насчет ногтя горящего? Ногтя горящего? Скинь ему ногти. Это кто-то на маникюр плохо сходил? Это называется... Бля, это новый писк моды, бля. Это туда вот... это огнемет встроенный, да? Чтоб когда мясо вот так держишь, чтобы сразу его... Шашлык на месте делается. Надо, чтоб я протримался до того часа, пока... Сука, заразная песня. Это называется... Песня. Это... Лак на ногте горит. Кинул? Кинул? Скинь. А он не смотрит. Ничего кинул? Не кинул. Он не кинул? Смотрит. Где ты кинул? WhatsApp. Куда ты кинул? В WhatsApp. А, бля, я а я в титул. А я в титул зашел. Так это у меня на паре было. Одногруппница. Кто-то неправильно сделал себе. История. И сейчас фитиль такой пах, еба. Не, нету. Нет. А чё не попросили прикурить, а? Прикурить. Лун! Это там. Так, 11 человек, блядь.
А ты записываешь сейчас, да? Ну. Нет. А ты? Вертолет. Да? Блин, тогда хочется сказать, но... Знаешь, черные всегда горят красивее, чем белые. Проверил? Сейчас уже да. С каких пор уголь горит? Глеб, ты чё? Я тебе... Вертолет. Уголь не горит, он дымится. Ты чё? Ты его бензином полей, и он у тебя вспыхнет. Это будет бензин гореть, который остается на этом. Но никак не... Нет. Так, у меня будет... Давайте шашлычок сделаем. Давай, а кого зажарим? О, калаш. Кого во мне, мало всего, чтобы меня жарить. А у Даши? Да-да, Артема пожарим. Ой. Уже кого-то пожарили. Вот что значит инициатива. Ебет инициатор. Меня ботинок убил. Да, я с пистолета пыталась убить, а это ботинок. Ну, просто он убил меня. Не думаю, что это ботинок. А! Не знаю. Я с пистолетика пыталась его убить. До нас приехали, до нас едут. Три сноуборда. Блин, капец, он там подкат сделал. Вам пипец. Я знаю. Ой, собака. Ух, какая красивая собака. Какая красивая собака. Три собака. Еще немного, и я не чешусь. Да блин! Я можно я к вам сдохну? Глеб, я к тебе. Ты его спалишь. Мне одну помирать? Какой Глеб? Я не Глеб. Какой ты Глеб? Такой вот, раз, первый. Я могу вот так вот сделать, надо? Ну, пойдет. Ничего не дало, но пойдет. Я могу вот отвлекающим маневром быть. О, собаки. А ну гаси. Над чем, блин, пистолетиком? Хоть чем-нибудь. Могу силой мысли их укусить. Наверху один есть. О! Неплохо играем. Давай. Давай по этому, давай, который убегает. Давай. А наверху ладно, где? Ты сможешь, давай. Болею за тебя. На 9. Оле. Ты сможешь. Не знаю, за кого болею. Я кустик вообще отстаньте. Первые 2 кила уже неплохо. Давай. Болею за кого-нибудь. Сука, скрылся. Кого у нас? Опа! Прилет, родной. Прилет. Давай. О, молодец. Молодец. А где? Где зеленый? Где? А, зеленый там. Уже все. Еще двое. Где-то в доме здесь. Да, в доме. Аккуратно. Как? Аккуратно. Ах ты, блядь! Псина, сука. Ебаные псины, нахуй. Сейчас. Ну, Гудил? Не согласна. Осуждаю, Даша. А, наверху, на крыше. Наверху, на доме. Крыса. Да. Тюг голимый. Хорошо, молодцы. Я молодец вообще-то, я молодец.